Всем здравствуйте! Очередная посылка с сайта iHerb. Посылка ко мне пришла не сегодня, она пришла несколько дней назад, так что некоторые продукты я успела уже попробовать, даже, можно сказать, съесть. Начнем. Ну, собственно, вот. Сразу по вкусняшкам. Такие чипсы из водорослей. Я их увидела в первый раз и буквально сразу закинула к себе в корзину. При открытии запах напоминает запеченные роллы. Если вы ели запеченные роллы, те, что в кляре жареные, вот мне напоминает именно такой запах. Ну, собственно говоря, это и есть нечто подобное в плане того, что похоже на водоросли в кляре. И вкус такой же. Вот эти мне понравились, но правда они съедаются за раз. Я оставила просто, чтобы показать, чтобы упаковка не была, чтобы не пустую упаковку вам показывать. Прошу прощения, голос у меня после болезни. Вот эти штучки я рекомендую, мне нравится. Не знаю, как вам, зайдет, не зайдет. Но вот эти, например, здесь упаковка в два раза больше, и здесь острые. Я острые не люблю, но так как не было других вкусов в наличии, мне пришлось взять острые. И вы знаете, очень остро. Для меня это очень остро, я больше 2-3 штучек не могу съесть. Выполнены они аналогично. Вот. Такого же плана, как и предыдущие. Сначала чуть чувствуется сладость какая-то, ну, видимо, от водорослей, а потом уже острота. Но очень острая. Не знаю. Я вот эти заказывать больше не буду, я попробую другие вкусы. Даже моему мужчине, собственно говоря, который любит острое, он, конечно, их ел не по 2-3 штучки, он их прям сметал, но даже у него рот горел, и он как бы приходилось ему останавливаться. Так. Кетчуп. Кетчуповый соус, как написано на сайте. Не знаю, никогда не брала. Взяла первый раз. 0 калорий. Попробуем, как он на вкус. Любимые Аткинсы. Естественно, это все знают, это аналог, скажем так, Баунти. Люблю эти штучки, но беру редко, если честно, потому что я могу всю упаковку съесть просто за день, за два. Тоже здесь карамель и двойной шоколад. Мне кажется, я их брала, но по вкусу они мне чуть меньше, чем все остальные. Я не очень люблю шоколад, но если я беру что-то по своему вкусу, то я, как я уже сказала, могу съесть за раз. Поэтому мне приходится брать что-то менее вкусное, потому что такие вот могут у меня продержаться гораздо дольше. Вот такая вот у меня логика. Так, это копченое филе сардины. Ну, я думаю, тоже многие знают. Там таких довольно много вариантов. Мне нравится. Я беру всегда разные. Все мне нравятся, все устраивают. Люблю. Так, чай Селестил. Мандарин. Мандарин и апельсин, я так понимаю. Я брала похожий только с апельсином, если не ошибаюсь, или с цитрусом. Он такой прям кислинка дает. Мне понравился. Вот этот мандарин, я думаю, что мне понравится еще больше. Так, давайте тогда закончим по еде. Взяла такую вот пасту,
кокосовое с какао. Я уже ее съела половину. Вон, видите, там остатки. А белое это, когда я открыла, паста была не то чтобы замороженная, потому что она уже находилась буквально там сутки у меня дома, но она была твердая. Я еще подумала, как там пишут на сайте, что можно намазать на хлеб, она ведь твердая. Но, тем не менее, я съела почти треть банки сразу. А вот белое на поверхности – это слой масла. Я не смешивала, а потом я открываю через день буквально. Открыла и смотрю, она уже вся растаявшая, подтаявшая и мягкая. То есть вот такую, конечно, уже можно мазать на хлеб. Первым делом, по крайней мере, когда она была твердая, мне она напомнила, ну, собственно, сейчас тоже, напомнила кокосовую манну. Кокосовую манну с какао. Вкусно, я такие штуки люблю, но беру не часто, потому что, опять-таки, я их очень быстро съедаю. Это очень калорийно здесь. На 2 столовые ложки 32 грамма. 190 калорий, ну, представляете. А я из этих ложек съела за раз, не знаю, штук 6. То есть вот тебе 600 калорий за раз. В общем, невозможно. Не могу остановиться. Надо заканчивать с покупкой вкусняшек. Вот такая вот Better Stevia со вкусом ореха. Я уже брала такую штучку, но брала тофи, если не ошибаюсь, что-то такое. И она у меня вот-вот только закончилась. Она очень долго у меня простояла. Я добавляю ее не вместо основного сахарозаменителя, а как бы для привкуса какого-то. Сейчас откроем. Она здесь запаяна, запакована. Угу. Ну, пахнет немного орехом, но такая какая-то кислинка тоже чувствуется. Посмотрим. Вот. Дальше. Омега. Эту омегу я себе я раза два уже такую омегу брала, мне кажется. И в очередной раз взяла уже своему мужчине, потому что дозировка здесь устраивает. Здесь на одну капсулу 600 жирных кислот. 400 плюс 200. 600. То есть, ну, я обычно пью по 2 таблеточки такие. Банка большая, то есть, если по 2 таблетки, то есть, она мне хватает на 4 месяца. Но я могу пропить 2 месяца, сделать перерыв, и потом еще 2 месяца. По-разному. Бывает бесперерывно пью. Бывает пью по 2 капсулы сначала первый месяц, потом по 1 капсуле. В общем, вот так вот чередую. Но, в принципе, я обычно беру на 2 курса. Не хватает с коротким перерывом. Так. Всем известный тоник. Я его беру почему-то в первый раз. Может быть, его было, не было в наличии. Может быть, у меня были другие тоники. Я уже не помню. Но почему-то я его, до него руки дошли у меня только сейчас. Отзывы мега положительные, хорошие. Ну, посмотрим. В принципе, да. Время еще есть им попользоваться. Так, вот этот комплекс, мне кажется, уже только ленивый не взял. Я тоже до него только сейчас у меня дошли руки. Ой, ну что сказать. С, витамин D, цинк, селен. Все самое необходимое. Долго не буду о нем рассказывать. Ага, кое-что забыла. Сейчас, секунду. Вот такой вот. Не то кофе, не то чай. Думаю, многие тоже уже слышали, видели. Взяла на пробу. Да, действительно, не чай, не кофе, но для меня он ближе все-таки к кофе, наверное. Пахнет, да, пахнет орехом и пахнет, наверное, более насыщенно, более орехово, что ли, чем вот это вот сахарозаменитель, скажем так.
Я уже его попробовала. Мне, в принципе, понравилось, но так как я все мешаю, в принципе, со сливками, точнее, с кокосовым молоком, как бы оценить чистый вкус, наверное, я не смогу. А со сливками, да, мне очень зашло. И потом я попробовала добавлять ложку также к кофе. Заварила кофе ложку и вот этого напитка тоже туда добавляла. Тоже придает такой привкус приятный. Но сейчас я буквально сегодня подумала, зачем мне его расходовать и смешивать с кофе. Ну, когда его, во-первых, лучше пить отдельно все-таки, наверное. Во-вторых, для аромата лесного ореха я могу добавлять туда лучше вот эту штучку. Вот, в таком случае, как бы, я не буду расходовать почти впустую вот этот напиток. Вот. Ну, я думаю, что я буду пробовать другие вкусы. Не знаю, посмотрим. Пока мне нравится. Особенно даже в вечернее время. Утром все-таки, наверное, я кофе предпочту, а вот в вечернее время. Вот. Так, это у нас прессованная сыворотка. Тундра чага. Чага тундра. Тундра чага, да. Очень давно на нее смотрела. На самом деле я уже один раз брала в пробниках, но не распробовала. А вот эту я взяла, так как у меня здесь вот этот комплекс по скидке, значит, я вот это взяла за полную цену. Ну, там тоже она недорого стоит, может, 200 рублей, ну, не помню. Вот, и почему-то я взяла. А почему? Вот у меня есть уже открытая версия. Она очень... Кто-то пишет гелево. Нет, я бы сказала, что она не гелево, она какая-то желеобразная. Ее нужно еще суметь схватить. Но распределяется оно очень хорошо. Очень хорошо тает. Я пользовалась один раз, эффект я не помню. Но зачем-то я взяла вторую штучку тоже, вторую баночку. Потому что пишут, что... Ну, не то, что пишут, так и есть. Брать в пробниках намного выгоднее, чем полноразмерку. Вот я решила себе взять несколько. Пускай будет. Так. Такая вот... Не знаю, откуда я это вообще увидела, откуда нашла. О, Фоти. Горец многоцветковый, или как-то так он называется. Я даже удивилась, когда открыла посылку, что я его... Я понимаю, что он у меня был в избранном, что я его закинула в этот. Я даже не понимала, для чего это. Я сначала думала, что это, может, какая-то горечь для пищеварения, ну, судя по названию. Но, прочитав, поняла, что там люди пишут, что для волос используют, ну, восстановление после там облысения, от выпадения, точнее. Что от седины помогает, в общем, какое-то там все, что касается волос. Я думаю, ну, видимо, раз я увлекаюсь восстановлением волос, постоянно что-то пью для волос, видимо, я и с этой целью и взяла. Вот, хотя удивительно. Порой как закинешь в корзину что-нибудь и поражаешься. Так, и, собственно... Пассифлора. Тоже две штучки. Пассифлору я пила пару лет назад. Я ничего не почувствовала. Но хочу сказать, что я вообще особо ничего не чувствовала. Я постоянно что-то пью для успокоения. Магний я вообще в счет уже не беру. Я его вообще не чувствую. Всякие триптофаны, валерьянка, какие-то еще комплексы. Наверняка еще что-то было, я просто сейчас уже не вспомню. Постоянно я что-то пью, и габа тот же самый. И я не чувствую какого-то прям эффекта. Хотя, с другой стороны, я человек очень спокойный, уравновешенный в обычной жизни, но какие-то моменты меня могут вот так по щелчку выбесить. И вот особенно с близкими людьми почему-то это так действует. И как бы я скорее пью не чтобы снять какую-то там депрессию, хотя тоже бывает, а чтобы убрать вот эту излишнюю вспыльчивость.
Вот. Может быть, кто-то что-то еще посоветует. Но вот сейчас я взяла вот этот препарат, и есть у меня в запасках литий. Вот. Буду пробовать их. Такие вот, в принципе, на этом все. Расскажите, кто что пил, принимал, пробовал. Какое у вас впечатление? Коробочка пустая. Еще идут посылочки. Я вообще тот еще ахербаман. Ой. Ну, в общем-то, как и многие здесь, я думаю. Всем спасибо. Хороших покупок.